Так я не пойму, где этот противник и кто там. Куда они долбят-то? Так, ты уже появился, да? На лавке? Да, запускается, да. Ого, вижу, вижу тебя. Серенькая, ясно. Белый хвост, белый кокон. Так, ну где-то долбят. Я вижу, наши зенитки долбят, ну в смысле высотные. Ну я говорю, да, разрывов я не вижу. Я разрывов тоже не вижу. Куда они бьют? Видать, уже ушел. Потому что с радара точно он ушел с карты. Ну я уже забрался на 1000. Давай, дуй туда, в сторону арты, и я сейчас тоже туда же бегу. Окей. Ты в курсом взлета, ну, в смысле, вдоль полосы пошел, да, я ножки, да, я, да, блин. Я справа от тебя. А ты справа. А ножки. На 1000 смотри. Ага, вижу, все, понял. Все, дуем туда, тогда я пониже, ты повыше. Окей. Ага, выключай. Ты на чем? Я на яке. Понял. Так, вижу контакт где-то на почти на 2 по прямой. Не могу понять, что это. Так, я пока вижу только тебя, но близко к аэродрому, возможно, и союзник. А, вижу я его, да. Ну сходись, если что, спускаешь, я подтянусь. Окей. Ну он все равно в ту сторону летит, но сзади похож. Ну, скорее всего, тогда союзник. Хотя мог и отходить тот, который выучил сейчас приходил. Да, вот я поэтому. Ну, он что-то быстро уходит. Так, я чуть впереди уже тебя. Да, без проблем. Я потому что высоту-то набираю. Так. Так, там и наша арта будет рядом. Да, можно как бы и поприкрывать, и арту, и авиацию поприкрывать можно. Ну. Да ладно, фиг с ним. А, нет, это наш Як летает. Угу. Понятно. Так, что-то я тебя потерял. Нормально, я у тебя слева ниже. Идем в район арты. Тебя вижу. Ты все равно там не увидишь ни меня, ни шестерину. Я так думаю. На фоне земли здесь трудно заметить. Ну да. 8. Опа, у меня контакты. То ли пешка. Наш по прямой, то ли пешка, то ли 110-ка. И вроде как мессер у нее сзади. Стреляют, видишь, вниз. 2 110-ки. Предварительно пока. Значит, смотри, одна сейчас будет падать, вторая будет подниматься. Вот которая поднимается, забираешь ты. Курс на них 280. Вижу. Волка одна пошла вниз. И мессер у них еще есть. Значит, а ты, главное, не спускайся. Здесь очень много народу. Но это 110-ки, да, это не пешки. А, вон справа. Понял. Так наверху вон мессер ходит. Их дофига здесь. Да, здесь 4 110-ки минимум. И один мессер. Можем врубиться, либо свалить. Но, наверное, лучше врубиться. Фока на тебя идет в твою сторону. Аккуратней, смотри.
Да-да-да. Я на 110-ке пошел. Так, я нулями, нулями подхожу. Так, одну пробил. Падаю ниже. Если что, падай вниз, в сторону филда на 90. Так, мы тут с фокой закружились. Я тебя понял, оттягивай, пытайся туда на 90. Ты у нее на 6 или она на тебя? Я у нее. А ножки... Ты стреляешь? Да-да-да. У тебя пока чисто. У тебя пока чисто. На тебе... Нет, чисто, пока чисто. Убил ее, нет? Да-да-да. Тяни, тяни 90, тяни, отходи, на тебя пошел заход, отходи на 90. Вижу. На 90 уходи, не крутись, только не вверх, на тебя там трое заходит. Пробуй на 90 пикировать. Стреляет, на 90 уходи. Вижу. Их очень много, это просто жесть. Да их тут почти миллиард нас. На 90 пикируй, все, пикируй, меня, я встречу. Он меня рулет бил. Блять. Я даже выпустил не успел. Да их там собак наезжены. От АУЗ. Я с них вчера в паре летал. То есть так, без. Так, ладно. Пробуй тогда опять к нам туда. Я пошел опять врываться. Может, кого-то получится цепануть. Но они на высоте, конечно, блин, мне будет тяжело, если они меня, тем более фоки, или набраться, подойти, я не знаю как. Если лучше сделать. Вот фока вроде бы одна, сейчас начнешь вытягивать, ей подскажут союзнички. Ты там кого-то завалил. А, отлично. Ну это первая 50, которую я пострелял, видать, что-то с ней произошло. И тройная прикрышка приблизительно пока по предварительной. Так, я. Тут як один. Да. Что-то у нас там маловато наш. Если сейчас ворвусь, я, наверное, уже не убежу. Не убегу оттуда. Пробую сейчас набрать высоты немного хотя бы. Да нас хотя вроде больше, чем их. Ну да, непонятно, где кто летает. Упс, не понял. Блин, опять такое. Да, выкинуло тебя. Ладно, сейчас попробую еще одну 110-ку проатаковать. И будь что будет. Но они, скорее всего, все в группе, он предупредит, что его атакуют. Да, очень их много. Четверо, по-моему, только в прикрышке, трое минимум работали по земле. А я один. Не могу понять, где все наши были. Че наши? А, все наши? Ну, видишь, просто мы так попали, что группа... А, ну вот и все, и мне... О, хорош, молодец. Че, убился, молодец, да? Уродец, ага. Плеер 10, 454. Да я проспал, слишком много их. На лавке ты появился, 26-й номер? Да. Ну, я слева от тебя. Тут одни илы, больше этих. Ну, сейчас илы там и останутся. Хотя, вяшки тоже могут. Ну, на нем против мессеров крутиться, это просто жесть. Ладно. Что, туда же идем или что? Угу.
Единственное, я не знаю, мне набраться, блин, наберусь я. Мне кажется, раньше спалюсь. Ну да, если там трое-четверо прикрывают, они всю полусферу заняли. Все все видят. Так, ты где? А вон. Я вырулил, да. Да-да-да, чтоб не врезаться. Так, ну я полетел низами. Давай сейчас кружок сделаю, ты пока набираешься. Вон, я тебя вижу. Ага. Ты за мной я не крути, иди сразу туда, потому что чуть повыше тебе надо быть. Хорошо. Ну или я давай чуть повыше. Я вот не знаю, как нам лучше сделать. Может, перпендикулярно как-нибудь лететь? Там, я не знаю, метров 200-300 друг от друга, я имею в виду по сторонам. Ну, вообще так и да, так и надо, просто... Давай, короче, тогда оба набираемся, тоже набирайся. 1500-2 хотя бы наберем. Хорошо, давай. И пошире встанем, чтоб, если что, контролировать. Похоже, нашим курсом кто-то и як, наверное, идет тоже туда. Сзади, спереди? Спереди, на где-то на час. Высота примерно на 2. Ну, значит, нас трое будет. Ну да. Ну-ка, ты сейчас оножки, да? Я за тобой хоть иду, а то, может, это не ты взлетал. Ага, все, я сзади, да, сзади, левее. Вырубай. Ну да, як туда идет. Ну и ништяк, знаешь. Ёпта, ну да что за хрень, я забыл эти убрать. Шасси. Шасси. Ну чё он не идет и все. Так, вон, вижу стрельбу. Конь от нашего мест. Видишь, налево где-то на 11 снизу, под облаками. Нулями, да, сейчас под облако ныряю. Да. Пока не вижу. Ага, вижу война, вижу. Захожу на него. Это якорь. И там его мерзнул. Ага, все, да, подтверждаю, захожу на месте. Захожу на него. Если якорь сейчас сам его не убьет. Он куда-то валит, что ли? Ага, вот он. Туда левее принимай, там опять эта вся толпа впереди. Со мной якорь. Я идем сейчас за фокой. А там 110... А, это мессер. 110-ка, еще куча всякого Г. Так, ну как всегда там толпа. Так, да, я убиваю. Сейчас попробую убить этого мессера. А ты по нему, да, долбишь? Вот сейчас я.
Вверх он выпрыгивает. Задрюкал ручку. Со страху. Так, и тут похоже... Так, я отхожу, я разворачиваюсь. Дурак вроде сам себя убил. Разворачиваюсь к тебе, иду, вот где разрыв бомбы. По тебе стрельба? Не-не-не-не, нет? Это як долбит мессера. Понял, я туда подхожу к вам. Выше, выше облаков вы, да? Там сзади, я имею в виду. Не-не-не, он пошел под облак. А все, он его порвал. Ага, я возвращаюсь просто, чтобы нам с тобой собраться. Того я убил. И за мной, по-моему, тоже кто-то выстраивается. А эти все работают по... Так, я в 10.27.2. Моргни. Я вот пущу ракету. Увидишь? Я просто вижу два яка. А, вижу, все. Все. Пошли туда, вот смотри. Курсиком порядка 280, 270, 260 даже, наверное. Там работают 110-ки. Пока, по-моему, без прикрышки. Якорь туда убегал. Возможно, якорь сейчас там их подрежет. Короче, иду 266 туда. Хорошо. Так, тебя пока не вижу. Я под облака спустился. Я тоже нулями шуршу. Но там пикирование за пикированием прям идет. То есть там народ работает. А, наши закрыли, они артиллерию. Все, они сейчас будут ходить. Три контакта я там вижу. И война, да, все, и бегу. Там какая-то война точно идет. Вижу. Угу. Ил там работает. По-моему, да, Ил 110-ку вообще гоняет. Ну и я сейчас попробую. Арту они нашу закрыли, вот эта толпа, которая пришла. Молодцы, ребята, что скажешь. Организовенька получилось. Организованно. Да. Так. Это 110-ка, хоть я вижу. Да, 110-ка вот пробитая, двухмоторник. Я у нее на 6. Во, вижу тебя, вижу, ты не за меня идешь. Да. Так, ну пока у тебя все чисто. Ну его кто... мне засчитали все-таки. Так, ну мы над их артиллерией. Ил здесь есть и як. Вот, ну пускай ребята работают, мы тогда поприкрываем. Я пока никого не вижу. Я тоже никого пока не вижу. Вижу, с их стороны идет в районе облаков высота. Сейчас буду к нему подходить. Попробую к нему развернуться так, чтобы быть уже на 6 по расстоянию. Смотри, от них, где-то 270 также, если идти в сторону их филда, подходит контакт мелкий. Мелкий, но, судя вижу, по всему, быстрый. Вижу. Да, мессер. По-моему, мессер. Мессер, да. Я у него слева. Сейчас буду... Да, мессер. Буду сзади, а там посмотрим, что он будет дальше творить. Меня не видишь? Я слева к нему подхожу. Близко у него. Нет, я сверху на него сейчас падаю. Я уже у него на 6, да? Нет, тебя не вижу, я у него сзади. Работаю, ты добиваешь, тогда он вверх пойдет стопудово. Убит. А, нет. А, горит. Бегу с курсом 104. Вижу тебя, ты по милями идешь. Я над тобой. Вон, ты в левом вираже, да? Да, чуть влево заложил. Да, вижу. Тебя не вижу, Коль. Вон, я справа от тебя. Почти на 1000. Все, у тебя чисто, отлично, все, собрались. Ну, можно туда же, там же где-нибудь его ждать, этого товарища. Ну, давай тогда. Так. Так, я в левом также продолжаю. Ага, тебя вижу. Наши ребята работают еще? Ну, Ил вроде да, ходит кругами. Выше него, да, мессер. Да, вижу, падает. Все, я тебя понял. Заходим, если что, работай. Так, он наше падение. Все, вижу. 6 пишу. А он, его Иловский стрелок по нему работает. Блять, не успею я. Ах, пробил он его, походу. Нет? Вроде нет.
Отрабатывай, я сзади. Я тебя чисто. Да, работай, я если что буду на подхвате. А, еще один на него илок, этот якорь пошел. Убивайте вдвоем, получается. Ах, сука. Проходи, если что, проходи. Да, я ухожу. Он пошел на нули, видишь его? Я на него уже, да, сажусь. Все, давай. Я вот у него, за ним иду. Вижу. Он в правом. Так, у тебя 6, проверили, что это, я не могу понять, или это як? Як был за мной, строился. Гонюсь. Да, это як. Сейчас я его догоню, мне кажется, должен. Ракету он пускает. Смотри, смотри там за контактами другими. Ты догонишь его? Ну я, в принципе, да, могу уже пострелять. Чисто шугануть. Да, это он попал. Понты колотит. Типа, показывает своим. Типа, я не один, да? Да, он да, пикирует, да, я да. за ним. Все, вижу. Я как раз на скорости. Попробую. Давай, или... сможешь. Не, если можешь, только главное, чтобы мы не столкнулись, я тебя просто не вижу. По скорости я его сделаю на лавке, в нулях. Не, чтобы не просрать других. А, я тебя понял. Можешь понаблюдай. Ну я за ним тянусь. Ты меня видишь, я тебя не вижу. Мы в нулях с этим мессером, может там кто-то другой? Ага, понятно. Он меня наверх вытягивает. Все, переворачивается. Так, а по мне кто-то работал сейчас, не? Еб твою мать, мы, по-моему... Он на меня падает. Нет, я не с тем, значит, я с другим. Все, я в нулю ухожу. А, все, это якорь. Блин, козлина на меня напугал. Ладно, дорабатывай якорь. Блять, у меня пробил. Как у меня пробил? Тихо. Иду к тебе. Ты еще живешь? Да, я еще живу. Он ушел вон, он на высоте над облаками. Я тебя понял, тяни просто к нам домой. Домой я буду стараться предупреждать, когда он будет заходить. Хорошо. И правый элерон меня выбил. Короче, получилось, он мимо меня пролетел наверх, и потом до меня только выстрел дошел. Я понял, он тихонько начинает пикирование. Я тебе скажу, когда будет близко. Иди к Илу, если что, Ил подхватит. Вот вы с Илом сейчас сходитесь. Да, вижу его. Он начал разгон, да. Разгоняется, идет. Да, на тебя идет. Так, влево встал за тобой. Пытайся вижу. Пропустить. Через мазаную бочку, блин, попадет. Все, он мне лежом, блять, выбил. Терпеть. Я не притяну ни до... Терпи. Я его потерял в облаке. Вон он над облаком. Я понял, выпрыгиваю к нему. Видишь, оно я включил. Нет, вы мне оба в облаках пропали, выпрыгиваю над облаком. А, все, живи, блин. Я сел на него, живи. Вижу, давай. Он переворачивается под облако, понял. Пробил его чуть-чуть. Попал. Шуганул как минимум, поэтому живи. А, заходит на тебя? Нет. Все, вы разошлись. Я попал в него. Красавчик. Так, у Ила 6, блин, или... Нет, а точно 6. Блядь, да я ничего не смогу сделать. Короче, я ладно, это... Блин. Этого брошенного сейчас на меня сядет. И скажет, что молодец, пропустил. Ила. У шестера у Ила, да? Да, у меня крыло отвалилось. Так, ну я твоего не тронул. Возможно, тебе еще его засчитают. Это лавка была, ё-моё, Ила. А, лавка, а чё он по ней долбил про его? А может, не лавка. Ты, а может и не лавка, стоп. Мне показалось, что это мессер был. Я сейчас тоже, мне кажется, что мессер. Нет, лавка. Ну чё, он, блядь, своих что-то не убивали? Блин, и я того, конечно. Ну ладно. Кого-то мне еще засчитали.
Ладно, я тогда двигаю. В смысле, я пошел на отход. У меня по ОБК все равно там кропаль остался чисто на отход. Че мне тебя ждать? Можешь пока взлететь, набрать чуть-чуть высоты. Здесь все равно есть кому стреляться. Может, кто и придет. Так, туда пошел опять. И у нас один в ту сторону. Ну вот, как раз можешь за него цепляться. Главное, сильно не подлазь. Только я... Потому что я только-только отошел от артиллерии. Надо будет время, чтобы долететь. Лавка там есть. Продолжает там я ходить. Я ее боюсь, эту лавку. Он своих бьет, нафиг. Да не, может, это и был какой-то мессер. Да, отошел. Мы его просто упустили. Ну хорошо, тогда я пойду за Илом. Да, я сейчас сяду и пойду к вам. Ну так, чтобы, если что, оттягивайся назад. По БК у меня немного, я могу просто в самый неподходящий момент может закончиться. Все, я выезжаю тогда. В смысле, вылетаю. Я к вам потом нулями быстренько добегу. Так, еще кто-то большой идет в сторону арты, сейчас мы с ним разошлись. Так, а что там? Так, а нашу арту они ушатали. Да, мы еще второй раз, когда туда подходили, она уже была ушатана. Этот Mad Dog, вот, чате пишет, он целыми днями здесь вылет, целыми днями. Я как не дойду, он постоянно тут. Красавчик. Он, похоже, в Германии живет, но я тоже в Германии. Потому что он иногда на немецком пишет и русские слова немецкими буквами. Коверкает, да? Ты тоже с Германии, да, получается? Ну-ка, моргни ножками. Видишь? Да, я под тобой прошел правее, с твоей стороны ниже. А, правее. Ну, встречным. Сейчас я сажаю тебя. Слева. От тебя справа я был, да, ниже, внизу. Правыми бортами на встречке разошлись. А, окей. Я тогда сильно не буду гнать. Если можешь успеть догнать. Ну да. Можно. Короче, я тут, я дойду до 10.27.2 и там буду тебя ждать. Окей. Немножечко так,
4-1 в группе записали.